Ну что же, всем привет, дорогие друзья, и меня почему-то очень громко слышно. Сейчас я быстренько микрофончик свой поправлю. Но вообще это довольно интересная штука, и, наверное, я уже всех задолбал тем, что Dota у нас постоянно меняет звук, увеличивает, в общем-то, на 100%. Но это дело такое. Небольшие технические передряги, потому что на самом деле я зашел в Dota, поправил микрофон. Проверил его три раза. Но, походу, тут есть еще какие-то секреты, о которых я не в курсе. А, ну, перейдем к самому интересному. У нас сегодня будет бо 5. А это означает, а, максимум мы увидим 5 игр, минимум 3 игры. В исполнении NATO-Свинцера Сигма. Это четверть -финал. Ну и, в общем-то, комментировать я буду вместе с Майлштормом. Сейчас я вам быстренько наберу и начнем с представления команд аналитики и прочего, прочего, прочего. Команды. Uh, так, 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 Майл, а, здорово, Майл Да, так, всем ну привет, привет тебе огромный Версута Замечательный матч нас сегодня ждет И как хорошо, что он наконец-то начался не мог да, но ну, вот тут у нас такое, знаешь, единственный такой минус, то, что он начинается немного поздновато, но в принципе, в принципе, в принципе, нормально. Пойдет. Время самое такое, дотерское. Че, пойдем по командам пройдемся? Ну, я думаю, можно. Так, Поехали. Значит, натусвинцера. Вы не поверите, ребят, но у Нату состав следующий. Хвост Александр Дашкевич, Керри, Дэнди, Даниил Шутин, Соломит, Пупей, Климент Иванов, Фулл Саппорт. Фулл Саппорт, это понимаете? Это когда ЦМК бегает без айтемов. Вот, а, а с и со всеми остальными, видать, Пупея в прошлый раз просто заменяли. Фаник, Глеб Лепатников, хардлайнер, Куроку, Куро, Салехи, Тахасоми. Канкер Саппорт. Вот такие дела. Ну и, в принципе, пару слов о игре Нави за последние несколько, ну, может быть, недель, что ли, взять, вот как они выступали на турнирах, на Dream League, на MLG. Вот ты вот что скажешь? Они приподнялись или еще пока очень тяжело сказать, они приподнялись, приопустились, или другие команды приподнялись, э или приопустились. Я так скажу, что Дота очень сильно изменилась. Очень как-то по последним э результатам, даже по последним играм, можно сказать, что гораздо сложнее стало играть в агрессивную Доту. Именно из-за этого мы видим во многом наличие Медасов, то есть команды, которые получают преимущество, предпочитают не додавливать и даже Нави, а предпочитают как раз-таки... Э как-то укреплять свою экономику. Ну и вот я считаю, что им это ни в коей мере не на пользу. То есть они не стали слабее, они по-прежнему отлично играют. Более того, в основном их, грубо говоря, результат их игры зависит от их настроя. Но во всяком случае в сегодняшнем матче посмотрим, что будет. Но я думаю, что примерно на том же уровне они играют, что и там на третьем интернешнле, и после него, и вот все это время. Ну да, но вообще я тоже добавлю то, что пока команды, ну во всяком случае как Нави, одна, наверное, одна из тех, которые быстро адаптируются к новым условиям. И я думаю, эти ребята не сильно на них сказываются вот такие глобальные изменения. Но в любом случае, конечно же, какие-то там тренировки и все такое нужно, учитывая, что Нави, как мы знаем, очень ответственно и очень много тренируются. Это вот у них, наверное... Ну, на фоне остальных команд просто огромнейший плюс, вот, и поэтому ну, тот же Хвост рассказывал о том, как они грамотно готовятся и очень много времени уделяют всему этому. Но вот если бы вот это реально было так, то, наверное, у этой команды вообще бы не было равных в плане вот адаптации к новым. Ну и в принципе, опять же, эти всякие турниры, ланы. Да, все не сейчас дают. много готовятся, много тренируются. Ни одной команды, которая вот играет хотя бы в плей-офф Dota 2 Чемпионс Лиги, нету, которая мало тренируется, потому что эти времена, времена первого интернешнла, грубо говоря, они уже давно прошли. Уже даже на втором Интернешнле побеждали те, кто много тренировались, и те, кто мало тренировались, соответственно, занимали там плохие места. Или ну, не так, как вообще, нужно тренировались. Это был сарказм по поводу того, что Нави много тренируется. А, то есть они мало тренируются. Я понял. Ну, да. Но, тем не менее, э, насколько я знаю, после перед каждым турниром у них проводятся буткемпы, как правило. Ну И да, да, э, да. как бы это не сказывается. То, что они там мало как-то тренируются, это не сказывается. Во всяком случае, на игре там, ну, вот даже того же там хвоста. По поводу Дэнди не могу сказать. Мне кажется, Дэнди все равно играет много. Ну, то есть а, он... паблики, паблики это одно, а ну. В принципе, а ладно. в принципе на таком уровне да. э, тренировать что-то другое... Ну, нужно только на буткемпах. Главное — поддерживать игровую форму, просто тренировать своих героев. Это, в принципе, это и есть тренировка. Каждый день там сидеть по 100-500 кланваров играть с тем графиком, который сейчас есть у дотеров, это просто нереально. Ты загонишь себя и будешь играть, как последний бомж. Это да, это да. Сейчас очень много турниров, и дотерам приходится не сладко. Ну что ж, перейдем к составу команды Sigma. Тут они у нас именуются как Quantic, но регистрировались они в с данным ну, тегом теперь вот они Сигма. Факин Мэтт, Себастьян Депс, Саппорт, Сокс, Титуан Мерлос, Кэри Пас, Паскаль Юмье, Фата, Эдриан Тринкс, Соломит и Мигель, Микель Берг, Хардлайнер. Ну, про эту команду я могу сказать только то, что ребята начинают играть очень круто. Я не верил в этот состав, честно скажу. Я думал, эти ребята там, ну, где-то будут кого-то выигрывать, но чтобы в какой-то топ прорываться, в какой-то плей-офф той же Dota 2 Champions Лиги, я не верил, что они пройдут, но мы сейчас их видим здесь, и на MLG они там показали довольно неплохой результат. В общем говоря, посмотрим, я удивлен, приятно удивлен выступлением данной команды. Да, действительно очень интересно. Вот могу сказать, что с появлением этой команды было видно, когда они еще там назывались Квантик, было видно, что они способны, что они реально могут, но при этом действительно не верилось. Ну, потому что всех этих, игрок... этих игроков мы видели раньше, и никогда они вот на таком супер там высоком уровне не играли, чтобы стабильно там на лане выбивать топовые команды. Что они, кстати, уже продемонстрировали? Тех же Нави они в группе на MLG обыграли и ну, так забегая немного вперед, скажу, что наверняка я абсолютно уверен, что и там во всех букмекерских конторах, и везде ставки больше на Нави. Но во многом из-за, ну, как бы, из-за того, что у Нави гораздо больше болельщиков. Если брать объективно, то здесь чуть ли не 50 на 50. Я потому что вообще не берусь давать какой-то прогноз по тому, как выступили Сигма. То есть э, они могут вообще слиться, как это было буквально перед, вот как раз-таки, MLG э, в игре с Alliance когда они не смогли занять первое место в группе, они продемонстрировали какую-то игру невероятно низкого уровня. Притом иногда они играют там, выдают серию просто матчей с очень сильными соперниками, где побеждают абсолютно по делу. И что-то. Ну, такой команда сюрприз пока что это тяжело что-то прогрессировать. Но я думаю, нам можно перейти потихонечку к пикам, хотя бы, я не знаю, там их покажи, потому что это просто... Да, тут я уже переключился на них. Я вижу Виспа и Тини, вот эти два товарища бросаются просто в глаза. Я не видел игру, где Фнатик обыгрывали Нави с Виспом и Тини. Причем, по-моему, они обыгрывали не одну карту. Вот. И выбили Нави в сетку нижнюю, а потом Нави там все-таки выиграли. Вот, но что-то я об этом слышал и краем глаза видел. Вот так вот будем это называть. Да, ничего в этой стратегии нету такого нового. То есть это вся та же стратегия со второго International от e которую они впервые показали. Тини, как выясняется, в лейте один из сильнейших кэри с огромным сплэшем, с хорошим радиусом атаки, то есть для милишника у него чуть больше радиус атаки с бревном с этим, и это очень важно. Он невероятно толстый, у него много армора, у него невероятно просто огромная атака. И если ты доводишь эту атаку до какого-нибудь там нормального, еще, ну Ски не до Далуса, дал, а до нормальной скорости эту атаку, то есть что он не просто там одну тычку я даже видел как-то в одной игре, по-моему, как раз-таки это бывшие Сигмы играли, когда они еще были музами, что-то типа того, когда был собран Тини через Сатаник, он бил очень медленно, но я увидел, как герой просто с одного удара отхиливается вот реально на 100% хп, без крита, без всего, он просто медленно замахивается, ударяет и все и отхилился на всех хп это конечно очень интересно но стоит отметить что да вначале это герой конечно нужно ему и агонимчик собрать нужно ему понятное дело там и сапоги и что-то еще и ставка делается больше на лейт. прокаст у него очень серьезный но как бы ну вот за счет виспа, не, как да, раз-таки, да. именно в комбинации с виспом, этот э, герой даже в мид-гейме может что-то, потому что да. тот же релокейт, раз заюзал, виспа тоснул, там, ну, конечно, сейчас тизер уже не станет, но в любом случае замедляет, а Эва как раз-таки э, сверху накрыл его, и, гру грубо говоря, вот тебе и стан, то есть не обязательно, чтобы тизер и станил. Ну, посмотрим, конечно, как на его будут реализовывать, а в принципе, да, тут, конечно, э, очень камбуля жесткая, и даже при том, что виспа подрезали немного, эта комба, в принципе, от этого Есть не Один стало. существенный минус, вот просто это минус он огромный. В свое время как раз-таки ну, прочувствовали на себе это многие команды, которые неподготовленно играли. А, дело в том, что виз приходит синий на одну линию. Это герои, у которых по, на первом левеле по нулю армора. Если им как бы там не защититесь, у них что-то не получится, их просто любой герой расстреляет. Но ну, ноль армора это само собой очень мало, даже если это у одного героя. Когда у двух героев по нулю армора. Да, в лейте это оба героя очень тяжело убиваемые, именно вот в паре, но в начале, конечно, очень слабый. Буквально минуту вашего времени я заберу на то, чтобы передать нашим благодар... наши благодарности спонсору Ритмикс, благодаря которому проходит этот турнир нашим информационным партнерам Dota 2.ru, Напомнить о ставках на Melbet и на Dota 2 Lounge, где вы можете поставить реальные деньги и рарки. Ну и, безусловно, так, одну секунду. У меня включился плеер внезапно. И, конечно, конкурсы. Конкурсы в группе ВКонтакте vk.com d vk.com//d20league. Конкурс, на каком игроке будет сделано ФБ во второй игре. Сколько фрагов набьет хвост за весь матч. А напомним, сегодня игра до трех побед, то есть BO5. И сколько чистого игрового времени будет литься третий сет в этом матче. В общем-то, подробности конкурсов вы можете прочитать в группе, ну а мы переходим непосредственно к матчу и смотрим, что у нас тут по расстановкам на линиях. Ну вот такая трипла, висп, тини плюс э, кэмочка э, довольно сильная, даже если трипла пойдет в хард, то там можно было бы отбиваться, но по сути, ну, немножко на самом деле непонятно, вроде у Сигмы есть визаж, и обычно с этим героем можно пойти в хард, причем еще и Мирана, но Сигма решили все-таки отправить в хард Они 2-1-2 любят играть, вот они просто очень любят 2-1-2, и поэтому они Мирану оставили на легкой. Пас будет отводить, Фата стоит в миде. Вот, собственно, ставки на ваших экранах. Ну, примерно это самое я и ожидал увидеть. Ну, на самом деле, вот видно сразу, Dota 2 ланч, да? 72% на Na'Vi, 28% на Сигма. А вот букмекеры уже гораздо более осторожные. И понимают, тут что тут уже сразу идет нападение да, на красот, Мигелю. Очень плотное. Виндран подрубает. Но если в И еще одну тычку будет Фразблад. Да, будет Фразблад за хвостом. И, в общем-то... Это очень жесткий буст для Тини. Кстати, будет ли медас? Вот это мне интересно. Почему бы и нет? Здесь вполне возможно. Ну, вот именно на Тинике я не А на этом-то все не заканчивается. Эвелэнч через три маны, нет, через семь маны вешает на себя щит. Эвеленча нет. Вот тизером бы цепануться, зарегенить ману, и чтобы он накрыл этой. Ах, ах. Не, хорошо, не забрали, но вынудили потратить фласку. И, в общем-то, это... Ну, трипла уже стоит, как я и говорил, главное вначале затерпеть, потому что ноль армора. Сейчас они смогли сделать ФБ, причем непонятно совершенно, каким образом они забрали Мигеля. Потому что у Абадонов должен был быть щиток. и Этот щиток он использовал. Я, честно говоря, даже не видел, когда. Но, видимо, из-за того, что первого левела он быстро слетел, либо там какая-то была ошибка от uh, саппорта команды Сигма. Uh, ну да, две эскейпы обилки, считая виндран плюс щит, в итоге как-то кривовато потратили, судя по всему. И щит, походу, был заранее повешен не для Может. того, чтобы сбить какой-то дизейбл, а для того, чтобы просто защитить. И в итоге это сыгла сыграло злую шутку. Сыграло злую шутку соглала злую сутку. Да. Действительно. Э, ну, посмотрим, что здесь будет дальше. Ну, вообще, Crystal мейден конечно, замечательно. Пупей там изначально спрятался, все хорошо сделал. Аура оценки под э, виспом даст э, тини вообще огромный регент, поэтому с у него проблем не будет. Надо только здесь закидывать как следует э, волнами, там, тосами. Надо еще отметить э, очень важный факт. В принципе, как ти, э, для тини что если им все правильно делать, правильный рассказ, то он там в ваншоте чуть ли не любого героя такого с небольшим количеством ХП, вот если именно грамотно. То да, да, чтобы Aval Avalanche сработал, это, конечно, очень жестко, но это не всегда получается. Вот именно, когда идет какая-то драка. Я бы даже сказал, когда идет драка, вот такая вот 5 на 5, это вообще практически никогда не получается. Это реально сложно. А вот когда ты выходишь гангать одного героя, он там зазевался, вполне возможно фаник мы видим вот как раз таки на профите начали играть нави вчера уже у них был опыт игры на профите играли они с фанатиками насколько я видел в целом проиграли но опять же были какие-то видны новые эксперименты и какое-то было там весьма странное исполнение в одной из игр что еще раз подтверждает то что нави необходимо настроиться как следует на игру чтобы у них было все в порядке так тут пупе уже делает всякие а Пупей ничего не делает, он просто фармит лес, потому ой, что... ой ой а там на фуру-то на... наверху напали и убили все-таки пас, лол. Причем таким закинуть. очень интересным моментом, то ли я его даже не видел, попал, попал ли стрелой сейчас а, Сокс снизу, но пас действительно убивает. Стоит помнить, что у Фуриона довольно мало хп, и в принципе, кроме своих пеньков, он полностью бесполезен на линии, у него достаточно такая средняя атака, не сказать, никакой нету особой обилки, только вот он пенечками может развлекать, если на него нападают, уйти ему как-то очень-очень сложно. Да, запереть себя из телепорта уйти не вариант, что туда прилетит Арул, Запирай... Это по сути эскейп-обилка-то никакущая. Запирай, говорит, как бы ему Сокс. Ну, в общем, 2-1-2 линии, все нормально. Пупеев совершенно все грамотно делает, уходит в лес, потому что Тини здесь ничего не мешает, и как бы Цемки здесь на, линии лайне абсолютно нечего делать. хвост пропустил, к сожалению, Кату. Я даже не понял, кто ее убил. Так, довольно интересно здесь перепалка у руны. Пак забирает да. инвиз. Проблемы у Дэнди. Пытается он улететь к Эншентам. Ну, походу, придется либо отдаваться Эншентам. Подтянулся, хвост закидывает его Лэнч сверху тос и убивает Факин Мэда. Пошел дальше. Тизер разорвался. К сожалению, фата под инвизом. Фаник прилетел на помощь, но запереть не удается. Есть тангус. Мигель отсюда должен, по идее, уйти. Вызывает стренты, дают вижу. Ой, 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 а ошибка вот он... от фата. И фата сейчас может умереть. Да, фата умрет. Определенно. Да, закинули его Щит, да ты что? Ты посмотри, шифтом, и выйдет! Но нет, последняя тычка. Все-таки хвост получает. Фраг, кстати, должен был фраг, по идее, получить э -э, куроку, но за счет этого эвейда тычки от него достался хвосту. Лучше бы он не выйдет. Хвост еще фармит варды. Э -э, хвост вообще такой. Везде все фармит. Врагов фармит, крипов фармит, варды фармит. Да, хорошо, и вот сейчас была видна одна из сильнейших сторон в игре Нави, которая стала в последнее время как-то очень заметна. Вот это именно игра на рунах. То есть на руну подтягивается там не один, не два, а бывает три игрока, и ну, я вот не помню, когда они вообще на рунах драки проигрывали. Это случается очень редко, вот на такой стадии лайнинга. И стоит об этом всегда помнить э, их соперникам. Но каждый раз. Э, ну, сейчас Дэнди, конечно, откровенно там повезло, не хватило немного его убить. Но даже если бы Дэнди убивали, в принципе, это не так сильно бы на исходе драки повлияло. Потому что Дэнди уже практически ничего не мог делать, там без ХП, практически без мана. Он просто летал, там пытался кидать какие-то стаки, но. никаким образом не не удалось бы Паку улететь, вот совершив он, совершил он эту ошибку. То есть он не долетел до хайграунда. Пять раз, четыре победы, одно поражение. Но я чувствую, Тини Висп они использовали достаточно давно. То есть в ближайшее время... Я не а помню, что... -то... На Фату готовится нападение. Да. Сайленс союз а Фата. Есть ульта. Хорошо. Бенди вытягивает. Но сейчас лосо закончится. И ХП тоже довольно-таки мало. Отпустили Фату. Ароу рандомит, Не попадает. И забирает Фату еще и хвосту. Скажем так, перестраховали сейчас Сигмы, сделали несколько ТП необязательных на тот случай, если б Нави там начали наглеть и пытаться убить Фату после этой неудачи. Но Дэнди грамотно его отпустил, понял, что уже не убивает, просто улетел. В противном случае там вписавшаяся в драку Мирана могла очень сильно внести резонанс. Смотрим на Мигеля, у Мигеля, конечно, все, ну так примерно с Фаником у них на одном уровне вообще практически идентичные там и левел, и закуп. Но Фаника чуть побольше левел, все-таки ему тут стоять покомфортнее. Все очень плохо. Вот в этой связке Почему грамотно то, что Пупей ушел в лес? В этой связке Абадон получается очень слабым. То есть он четвертый левел, без артов вообще. И посмотрите на Пупея. Пупея имеет пятый левел, у него есть сапока 600 монет. То есть у него больше где-то вот на 700-600 монет, и там по левелу он тоже имеет больше. Да, и там же Куроку он... также впереди пятый левел имеет. 20 а что... февраля 2013 года. О боже. Ну, вот так вот. Представляешь, насколько это было давно. Ну, то есть, это говорит о том, что эта связка, она действительно очень древняя. Очень. Плесенью уже покрылась, решили все-таки поиграть этой комбой. Но, на самом деле, она работает, и Нави испытали на, на собственной шкуре. Насколько хорошо эта связочка работает, почему бы ее не поюзать, тем более что хвосту так, только пак, дай поубивать. Пак будет гангать, это сейчас очень э, важный ответственный момент. Видели его? Нет, не видел. Ну и все, в общем-то, ганг провален. Его не видели, пак высунулся, ничего не сделал, понял, что лучше улетать, улетел. И Нави сохраняют здесь свои жизни, ну и пак тоже, в общем-то. По поводу фнатиков стоит отметить, ну, как лично, по моему мнению, эта команда чуть ли не лучшая при игре с Виспом, поэтому не стоит удивляться, что именно там от них это все пошло именно с Тиником. Но вот решили как-то ввести в доту, я так скажу, если начнут этой связкой выигрывать, мы ее сейчас начнем видеть часто-часто и все чаще и чаще, до тех пор, пока ее не вспомнят, как контрить, и не начнут убивать. Все просто до боли, просто. Это как, так всегда бывает в доте. Вспомните любой там абуз. Ну да, одно время Тини висп был очень модно. Потом стали брать не то чтобы там виспа банить, да, даже когда давали пикнуть виспа, с ним в камбу брали других героев, а не Тини. Посмотрим, может быть, что-то изменится. Ну, пока. Пока Нави используют эту стратегию. И рецепт медаса себе уже несет хвост, я так понимаю, там, ну, сколько у него голды сейчас? Ну, ну да, да, да тут вот буквально пару крипов добить, и будет еще и медас. Такой... Стоит отметить, что. Очень слабая экономика в этой игре Вообще у всех, то есть если мы посмотрим Девятая минута, топовый крепстат Мирана 46, то есть это говорит о том, что Никто там круто не Пофармил в первые 10 минут, прям так Чтобы очень, и во многом из-за того, что Мешали, потому что на всех линиях присутствуют Там по одному, по два героя, во многом Из-за того, что все время какие-то шли перетяжки Ну и вот сейчас хвост купит наконец-то Медас. правда боится он выходить, либо не хочет Пропускать крипов, Медас это хорошо Для Тини, ну как бы скорость атаки Для него очень важна потому что она у него невероятно маленькая. Да, И, это... это у него очень хороший дэмэдж, но он очень медленный. Ой-ой-ой, Фанни как вовремя, он включает фейзы и уходит от стрелы в последний момент. Такое ощущение, что зазевался, и поход делал действительно зазевался, но в последний момент все-таки... Так, а здесь Куроку попытался своровать руну, ничего не получилось. И... Факин а Мэтт. Ману... Так нормально прессует, но понимает Факин Мэтт, что ничего не известно ему, где ЦМ, где там что с Бэтрайдером. Ну, точнее, Бэтрайдер он видит, но все равно мог он подтянуться, тем более, что не знает факин мета, а там уже летит к Дэнди Даггер и должен быть с минуты на минуту. У Дэнди мы видим 46 крипов, 41. Вот, она нападение падает. на Фату. Колбочка, и Фата пытается уйти По идее, должен уйти ультафуры, даже прокатывается Но, по-моему, она не задамажила его Или задамажила? Стоп, стоп, задамажила, но как-то слишком слабо Но здесь не рассчитали немного Нави, Не хватило им дамага То есть, сделали в принципе, все правильно Вроде бы всем попали Тем не менее, не смогли убить Бывает такое Возможно, из-за того, что Фата как раз-таки купил себе ПТ И был у него чуть больше ХП Может быть, просто там ультафура не задамажила так, как должна была задамажить Ну, это достаточно рандомный спел, что и говорить он там может вообще не прилететь, может прилететь с маленьким уроном, с большим уроном. Вот там Мигеля уже потихонечку обрабатывают. Тос промакшен. И, кстати, вот именно хвост Макси Тос. Обратите это, внимание на скиллбилд. правильно, на мой взгляд, потому что, во-первых, он спамит этот Тос. То есть у него как раз-таки бесконечная маны за счет Веспа плюс СМ. Во-вторых, все-таки у Тини Тос с прокачкой ульта увеличивается урон от Тоса. То есть это тоже очень важно. Ой-ой-ой, там Фуру все-таки опять спанули. Ну да, там урон от ТОСа посерьезней. Еще ему 225 хп просто, на. Ну это увеличивается, если ты будешь ТОСать именно врага. Ну то есть того, кого ТОСнул, потому дэмэдж увеличивается. А если ты просто кинул крипа, то дэмэдж нанесется оппоненту ровно 300, как и должен. Ну я вот, честно говоря, в таких тонкостях. ты зато шекал просто, мастер. Интересно, да, получилось забавно так. Да, ну его вот так аккуратничает, конечно, хвост, никуда он особо... Стрела, ну прямо такая стрела, ну как ее должен был поймать? Такая себе стрела получилась, но должны убить Куроку, да. и хвост может подстрять, но... Однако Виндранер, которая бегала без хп, получает ульт Нейчер Профит и умирает один в один. Что-то вырочка у нас как-то не особо расторопно играет. Да Шопа. вообще, что он там делал, то есть он, видимо, хотел там как-то добавить пауэршот, но был... Не стоит никогда находиться с таким маленьким хп, тем более, что они видели этот вард, они поставили сентри, не могли его разбить только по одной причине, потому что, ну, спалились бы. В общем, такой размен один в один, в общем, игра идет достаточно равная, да, у Нави вот за счет Crystal Maiden, фармящей в лесу, преимущество по XP и по... Хвоста вот выходит сейчас Сокс Прыгает, дает Старфол Очень больно Валенч Хвосту деваться некуда Его тут по идее тупо с руки должны забить э, Да, так и есть вот, хватило урона Ой-ой-ой Зачем сюда подошел Даня-то? Ну и тут у него не, хвоста Да, ему прыгать. бояться, наверное, в общем-то и нечего Прилетает там Висп с кем-то Прилетел он с Пупеем Мигеля убить Буквально вот эти два шара если зацепят Но Мигель не подставляется Факин Мэтт тоже очень каленый Нет центричников Как же ж так против Мираны? <laughs> против ее ультимейта. Два еле живых уходят. Пупей, сам тоже тут э, кое-как прячется. Э, мансовать. Мансовать. Да, но Пупея тяжело будет выжить, если выживет, будет, конечно, большой бонус, там подходит Висп, Висп с Бэтрайдером, правда, Бэтрайдер дает блинк, стрела, нет, стрела не идет, Мирана липается, здесь уже ТП от хвоста, закидывают Виспа, Висп может добивать, их стрелой попадает Сокс Пупея, Пупей, казалось бы, уже выживал, но в итоге забирают еще и Визажа, остается Факин Мэтт, очень каленый, его можно догонять, и, скорее всего, догонят, да, все, Факин Мэтт не уходит. Покинули это здесь тоже добили. Ну вот погнали за какой-то ЦМкой кой Вот стоило ли за ЦМкой кой гнаться? Да, окей. Они ее убили. Миссия выполнена. Но ведь э, там Абадон изначально был еле живой, э, так же, как и вот этот мистер Визаж. Да. Зачем было туда лезть? Ради Не, одной ЦМки? ки визаж был полный, там была бита Эвендрейнджер, которая в итоге ушла. Фаник, тем временем, мало того, что он там сульта застилил фраг, еще и сломал вышку. Он такой хороший буст получает. Вот мне было интересно посмотреть, как Фаник будет играть на про у которого как бы нету такого преимущества по фарму, но за последние две минуты он добил вышку и убил пару героев и в итоге у него там уже десятый левел и очень хороший нетворс, ну не топовый конечно, топовый хвоста, но вот так вот на третьем месте в итоге он очень сильный. вот сигма просто по кулдауну ароу залетает, поворачивается, да такой Странный, немного ганг получается. Юзает Дримкоил по двоим. Хвосту очень неприятно. Куро быстро отъехал. Хвост мансует. Этот товарищ умеет мансовать. Сейчас за. Эй, да ладно, ой, ой, 36 ой. хп! Арба не в ту сторону, тычка. Но тут ни, никак вообще не получалось. Хвост, наверное, хотел тоснуть, попытаться, может быть, пока. Чего не вышло. На топ перетягиваются. У Мигеля. Проблемы, он без маны, виндран в кулдауне, шейкл можно попытаться заюзать, да, что и делает Мигель, в принципе деваться ему вообще некуда, подтолкнул его здесь немного Дэнди, чуть не засейвил, но последняя тычка долетела. Фура делает фраг. Вообще, конечно, целую серию ошибок внизу совершили Сигма, потому что Визаж, который в инвизе подошел в драку, вместо того, чтобы замедлить и убить как раз ту самую роковую ЦМку, он попытался замедлить Дэнди под хостой. И вот сейчас у меня такое двоякое чувство. Вот э, давай посмотрим на это. Хотя нет, хотя нет. Нет, там у Нави все очень хорошо, это прямо видно. То есть у ну них вот очень кемочка сильная просто под купила лей. себе медас, я вот именно к этому. Так, на топе нападение на Фаника. Ну вот Фаник третий раз умирает. Есть у него три кила и три смерти. Стабильно держит, так скажем, нейтралитет по килам и смертям. Убил, умер, убил, умер. Пупей. Дерска, нагло. Ой, Тини влетает здесь, но получает сайленс. И Мирану должны забирать, но Ору... Чуть не убили, кстати, Куроку. Отхиливается он с бутыля, заберет за собой, но по идее не должен забирать. Тут можно Ой, подраться, пауэршот, пауэр кэмочка минус. Хвоста зацепили и... Арба, да ладно! Ну вот, Куроку, если бы забрал, было бы меньше потерь. Да, как-то здесь Нави подразвалились, даже непонятно, что пошло не так. Как-то очень много урона нанес виза визаж неожиданно. Ну и неожиданно. Вот сейчас они... Да, неожиданно визаж, оказывается, наносит очень много урона со второго скилла и фамиляров. И действительно, Нави пришлось очень тяжело, там практически сразу умер Виз Но вот, видимо, что Сигма очень хорошо дерутся. А сейчас, кстати говоря, тоже в доте... Боже мой, Дэнди Дагон. О, Дагон? Да, точно. Обалдеть. Ну причем это не мисклик, это не какой-то фан, это действительно догон. Он считает. Может быть, Дэнди что... next level Dota, знаешь, в Мидасом крипа сразу убиваешь, и догоном можно. Ну, почти сразу. Подошел, дал догон. Я Сколько, думаю, что в роли крипа будет один из героев Сигма. Uh, 35 секунд. Слушай, так это выгодней. У Дагона 35 секунд он можно фармить Дагоном, правда он дороже? Блин, но ну у Крипа 570 хп, его не убить Да, Дагоном. это проблематично, тут надо что-то... Надо, про... надо кридануть пару раз. Это третий Дагон, а это уже нифига не выгодно. Ну там и он меньше. Ну, на самом Ты деле, шутки распишаешь. шутками, а так, конечно, ворвался, и там с этого Дагона 4 сотни на 17 минуте, это очень больно. Но на паке да. тоже такое покупается, только можно за это в будущем поплатиться. Какие да не, ну все правильно. Тут им не хва им хватает цеплятельных всяких скиллов, им не хватает реально урона. Просто стрельнуть по какой-нибудь уходящей там. Так, это, хвост. Это очень странное нападение. Очень странное. Но, вроде хвост ну, уходит. Вообще, ну, да, их там 5 было, пять игроков это не странное нападение, действительно. Другой вопрос, что они в пятером здесь находятся, нужно обязательно ломать вышку. Ну и на ее не отдают, это весьма понятное решение, потому что эту вышку достаточно неприятно дефить. Не только вот в какой-то конкретной ситуации, ее в принципе неприятно дефить, она очень далеко находится от базы. Каждый раз сюда идти, Учитывая мобильность На'ви, можно перетянуться на любую линию и спушить ее. Так, будет драка. Хвост. Проблемы. Дримкоилом его только одного зацепили. Арба мимо. Хвост мансует, получает кучу демэджа, но при этом выживает. Факинмед за счет ультимейта ХП себе восполнил очень неплохо. Зацепили Сокса. Сокс под щитом не успевает ничего сделать. Отъезжает. И пока это единственный фраг. Драка продолжается. Хвост там фамильяров убивает, запрыгивает. Фат дает шикарный еще рассказ. Там еще и шейкл Хвост на развороте. Дерется до последнего. Перед. Смертью, да, ты что, суицидится, Абадон? Хвосту ничего не достается, но при этом 4 кила делают нави и теряют пока только двоих. Да, да и вот уже, в принципе, видно. Там, ну, в конце, конечно, да, там Курок уже ничего не мог сделать. Фата. Большой опасности Фата. Терется до конца. Крота. Лев. И Фаник, Фаник там преследует где-то. Ну, зажали, зажали Фату, бедный Фата. Ну, это... Нужно было явно уходить, он остался один, немножко пожадничал. Безусловно, ошибка соло-мидера команды Сигма было видно, насколько уже сильна связка Тинни Висп. То есть Куроку всю драку, за исключением вот последнего момента, когда я их связала, где они уже просто отступали, он контролировал ситуацию. Он в любой момент мог нажать телепорт и просто унести хвоста, которого фокусили, из драки. Но он видел, что у хвоста еще половина хп, он к нему в итоге просто притезерился, нажал оверчардж, под которым Тинника вообще нереально убить. Слушай, так это же, вот это у меня сейчас вопрос. А Транквилы же, получается, дают регенерацию Тини, который... А почему нет? Вот это прикол. 10 хп в секунду. Так причем, если... А почему нет? Это же Висп. Ему все, что дает виспу, реген пупе, и уходит. Молодец. Прям холоднокровно. Просто очень холоднокровно. И выйдет стрелу. Ну а после того, как он заивейдил стрелу, собственно, что тут делать? Миране у нее больше нету. Миране нужно было, конечно, подождать. Но что-то уже как-то неохота за пупеем бегать. Видим, что варды стоят отличные у Нави. Ну, точнее, один вард, но он контролирует как раз-таки тут Двух-трех героев э, одно время контролировал Не, не дает реген... Э, блин, он не зацепил с тизером, вот фак Блин, надо посмотреть не, это Почему дает? Ну как только виз становится битой То есть изначально, когда он фуловый, понятное дело, что не дает Вот сейчас он станет битой Или включит оверчардж, кстати говоря И все, и идти никуда с этот реген это же механика, она ничем вообще не ограничена. То есть Может, любой кил, да. который дается веспу, он дается и герою, который вот сейчас вот он прийти. А, -а, -а. Из... нет, не дает. Дает. Ну, видишь, просто я реально так чисто прикинул. По-дотерски мне показалось это немного читерным Но по факту, на самом деле, может быть, это не так уж было бы читерно Если бы сделали, чтобы давало Так, нападение Ну, такое ну, себе да. нападение Опять странное в стиле Сигма Там Дэнди спину решил зайти за это Получает очень много демеджа. 160 хп Драконы его убивают Ой, да, убивают И что здесь тем временем? Курок привязал Ставится на него ультимейт пака Он использует стики Нет, умирает Да, лопнул это... шарик Хвоста тут тоже будут разрывать Господи, да, без э, Куроку там хвост моментально рассыпается Без его протекции, не вариант Вот тут фейл допустил, конечно, Дэнди Вот не первый раз мы видим, как Бэтрайдер Сует свой нос слишком далеко И в итоге по этому носу Очень много дэмэджа прилетает И как раз таки от визажа в основном Весь этот урон вносится дикий. Ну вот, форса-то нет Есть даггер, есть дагон. Без форса, вот с форсом бы ушел И теперь вот уже Вот в этом моменте был бы форс вместо догона Дэнди спокойно бы ушел можно себе тогда позволить какие-то такие шалости, наглости, там, куда-то забежать, если в случае чего быстренько улететь, там, с этим форсом за полсекунды ты там на другой части карты уже находишься. Ну, себе взял, в принципе, Дэнди Тревела, у него мув спид сейчас довольно жесткий. Ой-ой-ой, закинул в сок. На на полкарты. Хочу, через полкарты. Да, Пупей мы, видим, фармит э, в очень таком необычном месте для цемки. Но у него, во-первых, стоит здесь варт, во-вторых, тут его не будут искать. И он, в принципе, об этом знает, а вот пас не знает об этом. И умирает. Как следствие, сейчас попытается что-то откинуть. Нет, просто с догона его добивает Дэнди. Да, теперь есть инфа. Видимо, контролил там фамилиаров. Да, теряет одного. И остается у него только один фамилиар. Это так неприятно за визажа, конечно, терять фамильяров. Особенно, когда ульт на кулдауне. У паса, конечно, нет. Ну и вот мне интересно, а что дальше-то? Что дальше будет делать Сигма? Потому что пока что игра вроде как идет ровно, но у На'ви есть преимущество, они просто, ну, предпочитают. Причем солидное преимущество там ближе к 9000 уже по XP где-то там ближе ну, к пяти. По игре ты так и не скажешь, потому что они э, не пытаются давить, не пытаются реализовать его, потому что у Тини нету Аганима, у Тини нету вообще ну, необходимых ему шмоток. Сейчас у Тини появится Аганим, у Тини появится еще какая-то шмотка, они начнут давить. А самое вот еще неприятное в этой связке, что когда Тини начинает давить ТВР, внезапно оказывается, что убивает он их чуть ли не быстрее, чем любой другой герой. А там еще не край есть у Фуры. В общем, пуш-потенциал у Нави дикий. Ну Если что, да, они выигрывают файт, и у них в живых остается там Фура, виспы, и тот же тини, все, товара там посыпятся один за другим. Знаешь, это пик какой-нибудь там в села Бир, Пугна, Тини, ну еще там Деспрофит и еще какой-нибудь герой, который может ломать вышки. За сколько они снесут базу? Ну да, это довольно жесткая штука. Фат, вот опять да, ври, Фата, ври. очень наглый врыв. Куро вот да, таких врывов старается очень сильно. Ай-яй-яй, Арл, то какой жесткий в хвоста залетел, засейвить не удалось. Был релокейт у Виспа, но, к сожалению, там... Ой, да ну ладно, этот шейкл-шот, ну просто невероятно тут, конечно, залетел. Пупе решил помочь. <laughs> Помог. Да, мне эта игра напоминает вчерашнюю игру с Фнатик, где... Ну, там не было у Нави преимущества, но вот драки происходили примерно как-то так же. То есть очень как-то неудачно. И это не очень хорошо. Но... Но... благо, здесь есть Фурион. Здесь у Нави еще очень много аутов, конечно. Но вот они с таким преимуществом они не могли ну, достаточно комфортно игру контролировать. А сейчас они отдадут Рошана. Отдали три безответных фрага. И... Ну, я не знаю насчет, кстати, отдадут Рошана. 15 секунд. Хотя, да, за 15. Ну, да, тут, конечно, да. 20 да. 20... Просто Просто есть. это если бы был байбек у хвоста, so, жаль его нет. Вот сейчас, если был бы реально байбек у хвоста, мог бы быть еще один такой Забавный момент. Виз бы по-любому туда полетел с, с тини, и это было бы минус 2 точно. Либо с одной стороны, либо с другой. Тут уже как пойдет. Некра 3. Фура теперь. Ну, пуш-потенциал у него теперь очень высокий. Учитывая, что у Сигмы, в принципе, нет ни одного героя, который один на один бы мог поймать Фуру и убить. Вряд ли там. Ну, если только Мирана пятибалку какую-то выдаст, все остальные в соло Фуриона вряд ли убьют. Учитывая, что у нее р он еще сам там по кабине настучит очень больно. Ну да, с третьими Там, кстати, говоришь, что у тебя там в ДТВ все нормально настроено. Ты не забыл про звук? Ну да. Настроено. Все нормально, ребята. Все хорошо. Не волнуйтесь. Хорошо, хорошо, что написали. Спасибо. Да. А это, по-моему, наш статсмен. Кстати, на, на статистике сегодня пес. Но я, правда, не знаю, сколько игр он будет, потому что все-таки игра начинается поздно. Да, всем, всем привет, кто, те, кто слушали меня в Дота ТВ. Теперь вы будете слушать еще и Версутов. Да на самом деле, ребята, только пришел, не волнуйтесь. Да, О, сегодня еще много игр, да это еще на самом деле не, конч... не кончается. И если Найви будут продолжать так драться, игра может длиться очень долго, потому что они продолжают держать преимущество по голде, по экспе и продолжают проигрывать драки. Ну, в общем, все равно, конечно, их должно греть, это а точнее даже не их, а болельщиков должно греть то, что у них большое преимущество в лейте по пику. Но вчера мы уже видели там в матче Темлик Liquid Alliance, например как это преимущество по пику можно слить из-за неграмотной драки в лейте. Не, Фаник, конечно, вообще нормально так прессует вышки. Вот он сейчас поменяется тир-2 на тир-1, причем он даже быстрее сломал, потому что это уже его третий подход. Да. Три по три. Третьими некрачами по три раза убивают вышку. Пупей тут, конечно, рисковал. Непонятно для чего. Ну, ну, как... он такой... Пупей очень Значит, часто... Вот оно, вот включает. то, о чем я говорил. Он еще сам может по кабине настучать очень жестко. И визаж уходит лоу хпшный. Ну и фанику там тоже делать нечего. Убегает. Тем временем нападение на Дэнди. Firefly okay. подрубил. Лару, Их конечно остам. же, мимо. Да, Даня, кстати, какой-то уже третью или четвертую хосту Дэнди забирает, что-то как-то многовато. Ну, контролируют руны Нави, поэтому все, каждый раз мы смотрим, о, у Дэнди там хоста, не так, может быть, их много было, но всего в игре уже было 14 рун, и... или 15, 15 рун, поэтому то, что из них было 4 хосты, в принципе, неудивительно. И не особо-то часто, но одну пак, правда, забрал тоже, надо сказать, ради справедливости. Одну забрал. Не, ну я думаю, больше забрал. Мы так не все руны смотрели. Но я думаю, вот именно то, что хоста. То есть попадутся какие-то клоны, реген. Не так тебя будет спасать. А вот именно хоста она дает возможность маневрировать и наглеть. Сейвиться там как-то, что-то пытаться как-то разводить своего оппонента. Ну вот пошли Сигма в наступление. Маны не очень много умираны. Вот он с БКБ, как ни странно, без Медаса запрыгнул Дэнди, вытягивает с форстафа поближе, Мигель тоже уходит с форса, у него еще Микас, причем Мека он еще не прожимал, факин мэт, ульта подрубается и трогать уже не имеет смысла, не, не давят далеко, Сигма очень грамотно вот они... что ты не... факин мэт пере... это... переоценил, переоценил свои оч... силы, очень мало ХП остается, буквально соточка, живет к уроку, получает там чем-то по голове, Дримкоил, не стал он бегать под ним, и посмотри, сколько всего было заюзано, и как осторожно играют команды. Ни одного фрага сделать не удалось. Ой, и вот, полетел хвост. Дальше за Мирана. Миран включает БКБ. У нее есть еще Аегис. Пытается убить Веспа, потому что это цель номер один. Сможет убить или нет? 7 секунд. Куроку живет. Урна Фибрид. еще есть, не юзает урну, Курок очень грамотно поступил, не дал пройти, при том, что э, <свистит> и вишена нет, то есть в итоге Мирана еще чуть не сдохла. Маны не было на самом деле здесь, Ароу, мана все-таки натикала, залетает в хоста, очень неприятно, Дэнди, пас проседает под Firefly, много урона, Тос, там сплэш очень хороший, в маленьком узком проходе хвост по идее может развернуться, уйти ему вряд ли дадут, пытается потянуть время, чтобы откатили обилки, вот он появляется, Тос, есть Эвеленч, нужно издать, да, хорошо, одного минусует на Тут сам отъезжает, арба, прокатывается, Фаник, форс! Давай, меда самому по голове на развороте. Ну тут без шансов, конечно. Да, в итоге Фаник пришел в драку и ничего не смог. Ну. По большому счету, не так много, скажем, он смог сделать. Но пока он был вне драки, он сломал верхнюю вышку. Потому что изначально, ну, хвост играл роль такой живой стены, что ли. Все влетало хвоста, при этом он был бил сплешем и чуть не убил там всю команду. Мне показалось в один момент. Уже видно, насколько силен тини, Но тем не менее, На'ви проиграли драку 4 в 3, несмотря на все это. И драки они по-прежнему продолжают проигрывать. Но если мы откроем э, графики, то мы увидим, что вот эти забранные вышки, они как раз таки дают пока что На'ви очень много, очень большой прирост. И, кстати говоря, обратите внимание, у команды Sigma ни одного медаса. Эта команда да, вот презирает хотел. эту доту. Они там в Твиттере вчера, как раз таки, Тоби, который стримит нашу лигу на английском языке, выложил скриншот, где у четырех игроков Alliance медаса, у бульдога нет, и говорят, вы, вы типа горите, ваши души сгорят, а вот говорит бульдог нормальный пацан, он без медаса. И. Что-то написал Fucking Match, что-то типа нужен апдейт. Видимо, тоже не нравятся им медасы. Но здесь, я думаю, не в медасах дело, на самом деле. Ну, точнее, преимущество экономическое может быть и в них. Но, в принципе, нави контролирует вот именно, что ли, свою половину карты, скажем так. И еще на, на чужой там пытаются драться. Отсюда такое комфортное преимущество по золоту. Ну, да, они там сломали... 5 таверов. Правда, отдали Рошана и отдали 2 таура еще. В принципе, да, наверное, разница по экономике не была бы такой огромной, если бы не э, вот эти Медасы. Все-таки реально, когда на КМ, на Тине, на те, там еще на Фурионе Медас, ну, я думаю, это очень сильно решает. Тем более уже 30-я минута, а чем дальше, тем как бы разница будет больше и больше. Вот, я думаю, Мирана была бы гораздо с большим количеством майтемов, если бы был у нее Мидас. Так, ну, ну, ну Пупе. ничего не видит абсолютно, но вот и он поплатился за свою наглость. Бам, бам, И у него самое обидное, что у него форстав не было. А, висп. Релокейт потратил, и его видели. Он хотел засейвить Пупея. В итоге засейвить не удалось. Сейчас он сюда вернется. Но э, будут ли драться? Да, пытаются напасть, но тут не Нави нападает, а на них хвост взял БКБ. Вот то, чего ему не хватало убивает Мирану, но там-то Аегис БКБ сейчас закончится. Хвост. Надо отсюда, по идее, уносить свои ноги. Э -э, надо уносить свои ноги скорее Сигме, потому что, ну, они забрали одного героя, у них все нормально. Нужно уходить. А там как-то тини уже слишком больно навали А, нужно уходить, сказать, потому да? что на топе Фаник на 3 Тауэр уже практически сломал. А надо как-то дефить. И Нави побежали, побежали, чтобы не дать этого сделать. Ель минус. Пошли дальше. Мирана подрубает БКБ. Толку на самом деле от этого маловато. Виспа убили. За бетрайдером гнаться не стали. Тем временем линия тупо падает. Ай-яй-яй. Сигма-сигма. тп визаж. Баночка. Ай-яй-яй. Даже... Ну, просто, если бы даже визаж прилетел, толку от этого было бы мало. Все равно базу сломали. Ну, Дэнди ценой собственной жизни сбил телепорт последний. Фаник спокойно сломал линию. Опа! Ну, вот такой ару, конечно, э, от Сокса я не ожидал. Профессиональный ару по цели не попал. Ну, он понял, на ход сейчас. типа да. в итоге вышло очень забавно, конечно, такой э, фейловый момент. Кто он бы ходит. мог подумать, что Нави скатится до этой красивой доты. Ай-яй-яй-яй-яй, стыдно, стыдно. Вот у Фаника как раз спросим, стыдно ли ему? Да, обязательно. Все, теперь На'ви будут, наверное, освистывать в, в Америке и презирать за то, что они ломают бараки во время драки. Но в целом, конечно, можно сказать. Либей что... бараки во время драки. Да, что очень грамотно все сделали. Пока там, даже несмотря на то, что проиграли драку, Фаник не стал в нее на этот раз возвращаться, и еще и там последние ТП сбили, безнаказанно сломали сторону. И какая теперь разница? Грубо, проиграли они драку или нет, если они ведут достаточно комфортно по золоту и при этом еще и снесли одну сторону своим соперникам. Да, против Фуриона терять сторону... Вообще против Фуриона терять Т2 Тауры изначально неприятно. Не, ну а Т2 вот. это все такое, а вот именно сторону, то есть это очень серьезно, потому что эту линию тебе помимо того, что все время нужно отпушивать, ее очень сложно отпушивать из-за ее ульты, так еще и потеряв вторую, ты можешь просто писать ГГ и выходить фактически. Тебя никогда Фура не выпустит с базы. Это да, это да. Uh, угадай, какую руну нашел. Ну, хотя ты все видишь. Что уж там. Uh, oh, так, начинается очередная драка. Хвост, подрубает БКБ. Одного ударил, второго ударил. Oh, третьего. Тут големами плови. кидается. Yeah. На и голему по голове. Нормально, хвост. Хорошо. Ну, правда, там инвиз, поэтому приходится бить по големам, чтобы хоть какой-то сплэш наносил оппонентам. Uh, получается забрать фату, остальные все очень побиты. Вот эти два товарища отсюда уже вряд ли уйдут. Uh, зацепили. Да, минус один. Очень быстро его порвало, я даже не особо... А, это да догон. Догона прилетела. прилетел, и Факенмеда тоже Дэнди сжигает. Ну, посыпались уже Сигма, видно, что, ходу ребята за минус моралились, и не особо уже верят, наверное, в свою победу. Да я бы даже сказал, что здесь не то, что за минус моралились, но уже тяжело, слишком стало играть против этих героев. Они а в тине сколько дамага вливают, он все живой-живой, и Веспа там не могут убить, ее. Вот эта связка очень жесткая. Ты должен сначала убить веспа, и если ты его не убиваешь, тини вообще фокусить бесполезно. А потом еще попробуй убить Тини, у которого 2400 хп, у которого БКБ, и бить его только физятакой. Который может. сам тебя еще убьет. Да, в, в общем, очень это неприятно все, конечно. Для француза, немецко-датской команды. Ассорти. Ассорти такое, действительно. Я вот думаю, может, Дэнди купил догон, чтобы Абадона убивать до ульты? Такое, в принципе, возможно с первым догоном? Ну, нет. Вот. <laughs> там вот. надо нанести ровно 400 урона, чуть больше 400, чтобы урда не сработала. Так, fucking mad. Fucking mad, fucking mad. С руки Куда там на а, очень так не вовремя заканчивается, но есть у Дэнди еще и даггер. Он пока не сбит, fucking mad. А вот хвост, посмотри, вот просто вот вообще хвоста пофигу. все. Вот хвоста бьют тебе все. По вот голове, хво и хво тебе по голове, и тебе по голове. И фамильяру по голове. шекал, ну, связать не с чем. Дерево сломано, не знаю, кто сломал. Mm -hmm. <laughs> Подошел поближе. Но хвоста заберут, окей. Okay. Mm -hmm. Вторая линия это упала. Сигма uh, не пишут ГГ, но, в общем-то, это ровным счетом ничего и не значит. Uh, второй барак сейчас тоже упадет. Uh, тут даже отбиться бедные не могут. Yeah, G -g. Они даже не пытаются, они пишут ГГ, но все правильно. Хво хвоста просто кайтили, он ничего не мог сделать. Он не мог нести ни одного удара. Но, блин, как же долго он жил. То есть, несмотря на то, что он по факту там... А, он еще и Абадона заковырял в итоге. Тогда он Абадона все-таки успел пекнуть а ну... перед смертью. С горем Я думаю, пополам. что поражение Сигмы во многом произошло сейчас из-за их очень неудачной вот этой вот э, нижней линии. Они туда пришли, ничего абсолютно не смогли сделать Стине. Соответственно, Цемка могла фармить лес, Стине еще получил добавочный фарм, и это очень сильно сказалось. Ошибка достаточно. Я даже не знаю, в исполнении это или нет. Но в принципе, как ты думаешь, Мирана и Абадон. Ой Миран, Виндранер, Виндрейнджер и Абадон могли там помешать действительно тини с виспом и там прям убивать их, или не давать фармить? Да, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем нужно было... Надо было ставить свою триплу в хард. Лично мое мнение, надо было отправлять Визажа, Абадона и Мирану в хард, а ВР-ку ставить на изи против Фуриона. Все. И пусть они там друг друга бьют или какого-то другого героя брать против Фуриона, а вот именно свою триплу ставить именно в хард. Если берешь визажа, а у оппонента есть виз, по-моему, сам Бог велел загнобить эту триплу и не дать ей ничего сделать. В итоге они дали. Причем они...